В Муравленко активными темпами идет строительство домов для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. В этом году около 200 семей должны заселиться в новые квартиры. На строительной площадке на улице Муравленко будет возведено 3 трехэтажных дома. 1 одноподъездный и 2 двухподъездных. Генеральным подрядчиком выступает Центр развития инвестиционных проектов. На сегодняшний день строители занимаются обустройством свайного поля. Им предстоит забить в общей сложности около 500 свай. Работы планируется выполнить в течение месяца. Дома возведут по инновационной технологии с использованием железобетонных и деревянных конструкций. Сборный железобетонный каркас, колонны, ригели, плиты перекрытий, ограждающие конструкции, деревянные панели, производство Таркаскалинского завода, Ямальский лесопромышленный комплекс. Как внутренние стены, перегородки, так и наружные. Дома планируется сдать в эксплуатацию в конце 2018 года.